Land Cruiser 300 уже стабильно едут в нашу компанию для того, чтобы устанавливали доводчики на все двери, мультимедиа, видеорегистраторы. Машины едут, все спокойно, все в порядке. Для того, чтобы качественно установить доводчики, надо снять карты дверей и внутри осуществить инсталляцию. Итак, доводчики на этот Land Cruiser 300 теперь установлены. И смотрите, как они работают. Обратите внимание, внутри ничего не изменилось. Штатный замок, штатная ответная часть, никаких сверлений, штырей, ничего лишнего.